Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Хочу снять такие мои, не знаю, большие и небольшие планы на весну, полностью на весну. Вот, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. У меня здесь будут как номерные, так и неномерные картинки. Вот, неномерные раскраски я обычно крашу по настроению, поэтому не знаю, как у меня будет вдохновение. В общем, круг жизни я целую зиму не брала. И под конец лета, вот то у меня вот это вот начала я работу раскрашивать, и в итоге так ее и не доделала. Вот, здесь бы я хотела пораскрашивать какие-нибудь, ну, тоже там цветочки, возможно, птичек бы пораскрашивала. Вот, вот это, например, почему бы и нет, собственно. Вот, так что, надеюсь, у меня получится. Наверное, постоянно буду я сейчас пока менять локацию, потому что по-другому не получается, к сожалению, снимать. Вот, хотела бы я еще раскрасить такую вот раскраску с мандалами. Надеюсь, у меня получится за весну-то. Вот, потому что за зиму я ее не брала, у меня вообще не было возможности. Потому что раскрашивается мандала очень-очень долго. Вот. Так что, если бы я ее взяла раскрашивать, то у меня бы, я не знаю, возможно бы я ее забросила. Вот. Поэтому очень бы хотелось бы ее хотя бы весной раскрасить. Следующая раскраска неномерная — это цветочный год Лейлы Дьюли. Очень люблю я раскрашивать цветы, а также их рисовать. Но так как на рисование у меня нету времени, к сожалению, приходится как-то выкручиваться. Вот, и эта раскраска очень даже мне поможет. Вот, она у меня пустая, поэтому тут очень много цветов, вот таких вот одиночных, так сказать. На них я и буду опираться, потому что большие развороты делать вот по типу вот таких вот у меня пока что нет возможности. Вот, а такие вот маленькие вот... Не знаю, это, кстати, картиночки очень даже быстро раскрасятся. А так тут птичка и цветочки. Мне это все очень нравится, я бы это все раскрасила. Вот, так что очень надеюсь, что у меня получится. Раскраска от Алены Лазаревой здесь. Мне понравилась одна иллюстрация. Такая вот весенняя. Сейчас вам покажу ее. Так, я стикер специально поставила. Вот, вот эта вот картинка очень классная, такая весенняя, потрясающая. Вот, как раз тут можно будет ее раскрасить. Может быть, что-то еще я возьму, пораскрашиваю. Хочется, потому что мне и эти раскраски тоже, в принципе, заполнять. Раскрашиваются они легко и быстро. Вот, так что тоже буду в ней красить. Но вот это мне очень нравится, вот, прям поднимает весеннее настроение. Моя любимая Ханна Карлсон. Здесь у меня есть недоделанная картинка. Я вам ее уже показывала много раз. Вот такие вот пчелки, но она как бы летняя. Вот, но, возможно, я ее раскрашу и весной. А так мне тут очень нравятся вообще, в принципе, картинки, которые можно будет пораскрашивать там как весной, так летом. В общем, в любое время года. Вот этот паук очень классный. Вот, так что очень-очень надеюсь, что у меня... получится в ней пораскрашивать. Последняя моя неномерная раскраска, которую бы вам хотела показать в моих планах. Возможно, еще какие-то буду затрагивать, но пока я не уверена. В общем, вот эту раскраску я вижу, если честно, ну, практически ни у кого. Не знаю почему, но раскраска на самом деле очень классная. Есть еще такая же серия с цветами, с обычными. Вот, но вот это тоже очень здоровская. Я бы еще хотела, чтобы выпустили какую-нибудь эту экзотическую, например, раскраску с какими-нибудь тропическими цветами. Вот, к сожалению, не попадает в кадр нормально вот эта раскраска. Вот. Я в ней еще ничего не раскрашивала. Возможно, сниму видео по начинаниям раскрасок новых. Ну, а теперь буду показывать мои любимые раскраски по номерам. И вот это вот одна из тех, которые я тоже потихонечку, очень медленно продвигаю. Calm Color by Numbers. Здесь очень классные картинки такие. Вот, весьма разнообразные сюжеты. Есть как цветы, так и мозаики какие-нибудь. Вот, я, наверное, уже 500 раз показывала. Но, возможно, кому-нибудь еще интересно.
Вот, я бы её советовала к покупке, потому что, видите, тут и мозаика такая есть, она у меня уже раскрашенная, и вот птицы, рыбы, цветы, просто какие-то вот тут и витражи есть, так что очень классная. И вот такая тут замечательная палитра. Вот. Так что ее раскрашивать вот очень прям большое удовольствие. Так как я люблю раскрашивать природу, пейзажи, обязательно затрону landscapes. Также из этой серии раскраски Arcturus. Вот, если тоже кто любит раскрашивать природу, пейзажи, то эта раскраска тоже прям для вас будет. Вот такие тут сюжеты. Здесь у меня раскрашена, к сожалению, только одна картинка. Вот, я ее раскрашивала на свой какой-то там то ли челлендж, то ли видео какое-то снимала, уже не помню. Вот остальные картинки у меня это не мои раскрашенные, вот если вы видели, это я покупала с рук, потому что вот, и я не считаю как-то, что это я сделала, естественно. Вот поэтому для меня раскрашена пока что одна картинка. Также бы хотела я затронуть свою новую раскраску, которую вам уже показывала в новинках. Здесь очень красивые картинки тоже, вот такие вот, прям вообще здоровские. Тут разнообразие и домашние животные, и дикие, и просто вот видите, роза такая большая. В таком, в макро. И вот тоже. Тут и природа, и лето, тут просто абсолютно все. Очень классно. По поводу весенних картинок я даже не знаю, но просто как для разнообразия я бы взяла бы пораскрашивать. Мне очень приглянулось вот это вот дерево. Как оно? Баобаб называется вроде бы. Не очень помню. Или там бутылочное дерево. Тут вот такие вот контуры где-то очень такие жирненькие черным, а где-то более тонкие. Вот. То есть самые главные вот персонажи, они выделены. А то, что на втором плане, более тонкими линиями. В принципе, классно так сделали. Интересненько. Вот, так что, очень красивая раскраска. Еще одна моя из новинок, это вот эти лошади. Потрясающая раскраска от Creative Heaven. Это она одна из самых первых раскрасок из этой серии. Поэтому тут, видите, такая вот палитра, не как у остальных. Вот, и такие вот классные, яркие иллюстрации с лошадьми. Продается, кстати, на Wildberries. Да, там цена не совсем такая нормальная, но, ну, не знаю, там 1200, 1300 какая-то такая вот. Поэтому, кому понравилась эта раскраска, то берите, не пожалеете, мне кажется. Вот. Поэтому, видимо, придется снимать мне видео ну, с начинанием новых раскрасок. Потому что достаточно, в принципе, у меня их много. Подкопилось и будут скоро, кстати говоря, новинки мои. То, что у меня еще куплено. Весенние сцены от Creative Heaven. Здесь у меня следующая по порядку. Это вот такая вот картинка. Все остальные у меня тут раскрашены. Вот. Не иду я здесь в разнобой. Не знаю почему. Потому что, наверное, все тут картинки очень хорошие, очень классные. Все такие весенние. Настроение прям тоже поднимает. Вот, получаешь цветотерапию. Да, здесь, конечно, мелковато, но куда деваться. Раскраска все равно очень классная. Тем более палитра тут, видите, она одинаковая. Вот, и у меня фломастеры уже подобраны под эту раскраску. Ну и далее остались у меня раскраски от Ашет. Вот эту раскраску мы раскрашиваем вместе с Аней. И здесь мне Аня выбрала уже на март. Вот, поэтому будем раскрашивать, то есть каждый месяц по две картинки. И, собственно, так вот у нас раскраска и вместе с ней продвигается. Вот, это вот мы называем раскраску с Симбой. Следующее это раскраска цветы, которую бы я хотела закончить хотя бы до июня. Вот. У меня тут раскрашена почти половина, так как тут нумерация очень, очень не очень. Вот, поэтому я что-то даже как-то не поняла. Вроде бы 46, 47, 48. Да вроде бы половина раскрашена. Но, в общем, ладно. Надеюсь, она мне дальше будет продолжаться. Планирую тут раскрашивать
хотя бы по 10 картинок. Не знаю, насколько это реально, но вроде бы, когда я вот красила, 10 картинок у меня в месяц получалось красить. Следующая моя на заканчивание раскраска — это том 4. Здесь у меня осталось 35 картинок, которые я еще не раскрасила. Поэтому, надеюсь, я за весну ее завершу. Я, по крайней мере, постараюсь. Вот, и сниму обзор на законченную раскраску. Мою первую именно том Диснея. Так, у меня есть законченные раскраски, но не том Диснея. Вот, поэтому буду стараться. Раскраска с деревьями. Эту раскраску я не так часто раскрашиваю, но хотелось бы мне ее продолжать красить. Вот здесь не так много у меня картинок выполнено, но есть парочку. Вот такие вот. Хочется дальше мне ее красить. Я не знаю, насколько здесь есть весенние картинки, я так и не поняла. Если честно, тут что-то, то есть, грубо говоря, много осенних, летних и парочку зимних. А что тут именно весеннее, я не понимаю. Возможно, вот это вот что-то вот там конец мая какого-нибудь. Вот. А так, тут все мне картинки нравятся. Есть, конечно, со сложной палитрой, есть с более легкой. Вот это чем-то похоже на мимозу, кстати говоря. Но, возможно, это не мимоза, но для меня это мимоза. Возможно, нет. Вот, например, вот, мне кажется, тоже какая-нибудь. Хотя нет, тут ближе к осени. В общем, не суть. Тоже возьму ее, пораскрашиваю. Раскрашиваю тут фломастерами разными совершенно. Акриловые маркеры здесь не использую. Последняя раскраска в этом видео — фантастика. Надеюсь, за весну у меня получится в ней нормально работать. К сожалению, в феврале у меня не получилось ничего раскрасить. Вот, но очень бы хотелось бы пораскрашить в этой раскраске, потому что картинки действительно очень классные. Вот этот вот прикольный человечек, если его можно так назвать, или это персонаж. Вот, так что тут вот такая вот красота. Вот эта девушка вот такая современная достаточно. Если честно, что-то мрачного красить мне не хочется, но если будет, например, какое-то настроение, то, может быть, я возьму. А так я за какие-нибудь такие веселенькие, яркие картинки. Вот. Так что, такие дела. Это были все планы. Спасибо большое, что посмотрели. Извините, пожалуйста, то, что у меня тут ребенок бегает. Я его никуда не уберу. Вот. Но все-таки стараюсь сделать так, чтобы вам смотреть было всегда в комфорте. Спасибо большое еще раз, что посмотрели это видео. Всем пока-пока.